Учебный год заканчивается, и наступило время подводить итоги. В детской художественной школе Черкесска уже стало доброй традицией проводить перед началом летних каникул конкурсы творческого мастерства. Без грамот не остается никто из его участников. Оценивают работы юных художников Черкесска не только преподаватели школы, но и представители управления культуры республиканской столицы. В этом году конкурс приурочили к вековому юбилею Карачаево-Черкесии. Ребята изобразили на своих полотнах самые красивые и труднодоступные места нашего удивительного края. Конкурсанты вдохновлялись красотой природы. Перед тем, как приступить к работам, юные художники также изучали обычаи и традиции народов республики. Познакомились с литературными произведениями. На выставке было представлено около 170 работ. Это живопись, портреты, натюрморты, выполненные в различных техниках. На моем рисунке представлен танец, как бы праздник в ауле. И я решила, что в этот праздник, как бы, в основном у нас праздники проходят с танцами народными. И поэтому я решила изобразить танец на своей картине. Умеешь танцевать? Нет, я сама не умею. Галина Юрьевна, наш учитель, стала мне показывать иллюстрации всяких этнических сказок и прочее. Далее пошло что-то типа мозгового штурма, когда все стали рассказывать, ну, с чем ассоциируется у вас республика, это путешествия, это традиции. Очень много было про барашек сказано. Вот. И нарисовали. А какие этнические сказки, если можешь вспомнить, и какие-то герои, может, там были, что-то тебя зацепило? Про горы рассказывали, про то, как мужчина спас свою принцессу, но в итоге они... это вроде бы из Пятигорска сказка. Они в итоге оба стали горами. Но я не помню, как они называются. Трагическая история. Да, трагическая. Но у нас хорошие рисунки, не трагические. Екатерина и Анастасия в числе 30 учеников школы стали лауреатами конкурса. Их творческие работы будут представлены теперь на выставке, которая состоится в картинной галерее 1 июня. Посетить ее могут все желающие. Вы подошли к этим работам с особой любовью, так как у каждого из вас в сердце как бы свое особенное отношение к своему уголку, в котором он родился. И думаю, что наши гости все по достоинству оценят ваши работы. Как вы оцениваете уровень представленных работ? Для меня они самые лучшие, самые красивые. Дело в том, что каждый ребенок потенциально это гениальный или как. И от коллектива зависит, от преподавателя зависит, как они смогут открыть это все, как они смогли это все показать.